на интернете часто вижу, как мужчины говорят, что за женщину нужно платить, что ничего не должны, пусть платят за себя сами, я должен быть раздельным человеком в ресторане. Хорошо, в принципе, я согласна. Я, когда была свободна, ходила на свидание, всегда брала деньги с собой и на ресторан, и на такси, то есть я всегда могла заплатить сама за себя. Встречалась с парнем, который мог со мной сходить в кафе, а потом сказать, что у него нет денег, и, в принципе, хорошо сидел на кошельке. Но да ладно. Как-то пригласил меня один парень в ресторан. Мы посели, пообщались, покушали. Ну, я его знаю, мы, это не первая наша была встреча, мы хорошо друг друга знали, просто решили вот вместе отдохнуть. И я решила заплатить ему на себя. На что он мне сказал: а ты не думаешь, что своими действиями ты можешь оскорбить мужчину? Что мужчина это не приемлет, что ему это будет неприятно. Ну, я не сказала, что у меня будет такие ситуации, что я платила. Говорю, ну вот я знаю, что девушки могут за себя платить, что мужчины говорят, что нужно, чтобы был раздельный чек. Ой, боже мой, это знаете, что мне напоминает, когда мясник идет резать барана, да, и баран ему говорит: ты что, ты свой нож принес? Ты что, меня оскорбить, Вася, хочешь или что, а? Я не понял, да? Что это такое? У меня свой есть, и все. Ребят, конечно же, это просто пример. Я встречал таких мужчин, да, которые считают вот так, что если женщина там не за него заплатит, а за себя заплатит в его компании, то это для него оскорбление. Что я могу сказать, ребята? Адрес моей клиники будет в описании. Пожелать вам удачи, конечно. Приходите лечиться. Все.